Все чаще природные стихии становятся причиной чрезвычайных ситуаций на территории края. Для весны характерны паводковые явления. Как отмечают метеорологи, интенсивность осадков последние несколько лет возросла в 5-7 раз. В каждом муниципалитете должны принять исчерпывающие меры для безаварийного пропуска паводковых вод, подчеркнул вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко. Заслушаны были главы тех районов, где не все требования краевых властей выполнены. Анапы в этом списке нет. О ситуации на нашем курорте Сергею Сергееву доложил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. Расчищены русла рек Суко, Уташ, Джига, предусмотрены дополнительные работы на Уташе. Готовы 12 стационарных пунктов временного размещения. На случай ЧС ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки на водоемах. Система оповещения населения исправна. Наибольшую обеспокоенность городских властей вызывает район Суко. Сергей Сергеев поручил собрать отдельную комиссию по сложившейся в курортном селе ситуации, на которой будут заслушаны глава Субсевского сельского округа и представители застройщика комплекса «Резиденция Утриш».